про стол. Вот какой перец. Торжовый. Фи. За столом можно готовить, есть, работать, что-то чинить, сидеть на нем, стоять, лежать, ходить кошкам, ой, не то, медитировать и просто отдыхать. Одним словом, стол в хозяйстве – вещь просто незаменимая. Наш старый стол прослужил нам очень долго, но, к сожалению, случилось следующее. Можно теперь это убирать, я думаю, да? Да, потому нужно что... это убирать. Как бы не просто так. Да, вот у нас стол. Ну, нормально, ножки разъели. Я, кстати, не очень понятно на камере. Ну-ка, вот, побултыхай. Да, ножки просто не держатся. И вот в таком состоянии у нас стол вот на подпорочке, да, уже... Да нормально, всего 3 года. Юра говорит 3 года, я думала 2. Ну, в общем... Короче, понесли его, сама знаешь куда. Давай. Давай, какая интересная, давай. И все. А куда он разворачиваться будет? Он будет разворачиваться, все. Куда? В длину? Ну что, механизм раскладки и складывания довольно-таки легкий, справится даже хрупкая женщина. Оп! И вот так вот. Та-дам! И у нас получается большой стол. А когда мне нужен небольшой журнальный столик, то, соответственно, я его беру. Так, не та сторона. Обратно. Раз. И немножко пол у нас скользит, поэтому мне вот так вот удобнее. Оп, все. Быстро, удобно. Ну вот. Ну, он такой увесистый столик-то. Да. То есть, если вот его просто переносить... Да, то есть, его, конечно, поставил вот на свое место, и он должен как бы там стоять. Ну, это прям стол-стол. То есть, небольшую компанию... Ну, в общем, что бы вы ни делали, стол – вещь незаменимая и нужен всем. Вот. Стол от много мебели еще и трансформируется, как мы показали. И цвет, мне кажется, вполне себе приятный. Как считаешь? Отличный. Ну, в общем, как вы знаете, мы очень часто мотаемся между, ну, в общем, на участок, на стройку. И мотаемся между 2 домов, получается. Мы просто это не снимаем, да, то, что здесь происходит. И поэтому не всегда успеваешь все поддерживать в хорошем состоянии и тут, и там. Вот так и получилось, что тот старый стол у нас был очень долго поломан, к сожалению. Поэтому спасибо большой компании «Много мебели» за то, что наконец-то у нас нормальный рабочий стол, при этом еще и такой складной, удобно. Привезли, кстати, все очень быстро, позвонили за 2 часа, что доставка будет. Я даже успела приехать от участка до дома, то есть большие молодцы, все оперативно, все приятно было сделано. Ну так что, как тебе стол-то? В принципе, стол нам понравился, неплохо. Мы его, скорее всего, потом заберем в дом. То есть там будет побольше места. Вот. Ну, а пока вот он нас вручает. В общем, ссылка на компанию, на сайт компании «Много мебели» будет в описании под этим видео и в прикрепленном комментарии. Заходите, выбирайте. Там у них много мебели, не только столы, кстати. Мебели же много. Да, есть еще стулья. А мы пошли... отдыхать. Не, ну вообще да, классно. Даем спать, наверное.
Лыбы там даешь. Стол понравился, что ли? Нормально. А, ну и хорошо. Все. Ну и молодец, вообще. Справилась, ничего себе. А оказывается, ты еще стол умеешь раскупорить. Ага. Ага, ну-ка. Ставьте лайки и подписывайтесь на стол. Вы можете что-нибудь сказать про стол-трансформер? Нет? Ну, от много мебели, которые... Нет, кстати, он диван, он прям ништяк. У нас же диван тоже такие, на цвет поп, тоже горичненький. Вкуснее за новым столом еда? Да, нормально. Да? Вкусненько. Так, ну, в общем, что, спасибо нашим друзьям из-за много мебели, за то, что они прочувствовали всю нашу ситуацию со столом. Можно теперь это убирать, я думаю, да? Да, потому нужно что... это убирать. Как бы не просто так.